пользу Хабиба в доминирующей манере. Привычный для себя российский боец забрал стартовые 5 минут. Дастину Порье крайне тяжело пришлось в это время, но посмотрим, что же он покажет. Во втором раунде нужно Порье, скорее всего, рисковать, чтобы поменять ситуацию. Ну, еще впереди 4 раунда, поэтому бой только начинается, но раунд, конечно, был шикарный с Порье Хабиба. Да, этот бой имеет чемпионский формат, будет все 5 раундов. Посмотрим, как Порье сможет выдержать 5 раундов. Видим, что Хабиб разговаривает с Дастином. Шикарная серия боксерская от Хабиба, закончил он ударом снизу с передней руки. Ой-ой-ой! Очень жесткое попадание от Дастина. Надо уходить в борьбу, надо. Попадает с передней руки Хабиб на отходе. Все, восстановился. Хабиб хорошо. Очень опасный момент был, поэтому Хабибу не стоит заигрываться в стойке, потому что Дастин очень хорошо готов к этому бою. Несмотря на такой первый раунд, очень много времени Дастину пришлось провести в борьбе, защищаясь от постоянных атак Хабиба. Посмотрите, какой запас сил сохранил американец, и по-прежнему опасен он. Скрытый удар справа наносил сейчас Порье. Да, появляется интрига во втором раунде. Смотрим на то, как соперник Хабиб такой стойкий, попытка прохода. Делаем тэкдаун. Отличная работа, и все переходит к тому же сценарию, который был в первом раунде. Согласитесь, очень вовремя Хабиб перевел Порье в борьбу, потому что временами откровенно тревожно становилось. Около 5 ударов очень жестких нанес Порье в дальней дистанции. Первый раз, когда за свою карьеру в UFC Хабиб был близок к нокдауну. Это очень опасный удар пропущен. Ну, в бою с Майком Джонсоном он тоже пропустил в одном из раундов, но чем ну, там да, все закончилось, Хабиба, мы помним. Потрясло. Вот, ну, здесь было опасно, но Хабиб молодец. С честью вышел из сложной ситуации, уже он сейчас опять все идет по его правилам, побил диктовку. И мы увидели, насколько опасен Порье в этом поединке. Даже после такого первого раунда он нанес очень сильное повреждение Хабибу, хорошо попал. Но Хабиб улучшил ситуацию, сделал перевод. И сейчас он опять находится в максимально хорошем для себя положении, доминирует. И посмотрим, будет ли он делать попытки болевых. Да, отличный контроль от Хабиба. Вот обе ноги заблокированы. Хабиб сверху добивает. Все идет по плану. В таком положении Порье крайне тяжело подняться. И сейчас Хабиб предпринимает действия, чтобы воспрепятствовать окончательно. Правую руку контролирует Хабиб. Это тоже ему в помощь, что называется, в том, чтобы удержать Дастина Порье внизу. Очень плотно, очень плотно контроля Хабиба. Время сейчас работает на российского бойца. Пытается подняться Дастин, но все попытки безуспешны. Посекся Дастин Порье. Рассечение в районе левого глаза у Дастина. Кровь заливает ему лицо. Поднимается Дастин. Но мне кажется, это ненадолго. Потому что Хабиб в хорошей для себя позиции, он сбоку. Да, и снова попытка перевода. Да, в такого положения Нурмагомедов крайне редко выпускает своих соперников. Но Порье растянулся у ограждения октагона. Да, сейчас будет пытаться развернуть Хабиба, чтобы выйти из этого захвата. Но пока не получается. Очень много сил использует этого бойца. И отлично перевод. Какой легкостью Хабиб это делает, конечно, это шикарная атака. Да, это действительно удивляет, насколько у Хабиба хватает финесса на все чемпионские раунды, чтобы делать такой бой. Простите, вхватывает гильотину, уже несколько раз за бой он пытается ее сделать, но я думаю, он сам в нее особо не верит, потому что Хабиб даже не пытается как-то пытается убрать этот захват. Значит, все-таки Дастин хорошо прихватил. Ну и помимо потрясающей выносливости, опасная локоть выбрасывал в Порье. Снова проход от Хабиба. Конечно, с молниеносной скоростью он их исполняет. Забирает спину от Дастина. Не идет Хабиба за амплитудным броском, который может отнять много силы. Да, такие броски получаются силы красивыми, да, но, как правило, какой-то пользы радикальной из них сложно извлечь. Колоссальное количество сил вынужден тратить Дастин Порье, защищаясь от постоянных атак Хабиба Нурмагомедова. И для
боксера, в первую очередь, это наиболее неприятный эпизод. Это колено в голову от Хабиба на самом концовке второго раунда. Я думаю, этот раунд Хабиб тоже забирает, несмотря на это. Какой смысл в мобильном, если на нем нет приложения Винлайн? Скачай приложение, чтобы сделать...